сейчас только смотрели и говорили, коллеги, я с этим абсолютно согласен, весь мир идет по этому направлению, значит, и беспилотные летательные аппараты, и те, кто там повыше должен летать и летает уже геостационарно, это самое, вот в самом ближнем космосе, потом низкоорбитальные аппараты и геостационарные, они все должны работать в одном контуре. Это все должно быть совмещено друг с другом. Здесь совершенно очевидно, даже не нужно быть таким уж глубоким специалистом. Но жизнь требует именно, причем во всех сферах, и в сфере безопасности, и в связи, и телекоммуникации, везде одно и то же. Вот. И чем больше будет связь между различными уровнями, тем больше будет рынок для потребления услуг соответствующих. А чем больше будет рынок, тем эффективнее все и быстрее все будет развиваться. Потому что деньги будут подгонять этот прогресс вперед. И, конечно, мы геостационарные, ну, все, что там работает, тоже будем поддерживать. Что касается вот проекта «Сфера», разве у нас нет государственной поддержки? Ну, есть, конечно. А как же она развивается? Больше того, это мы... Как же она изначально, эфир называлась, да? Я на одном из публичных выступлений оговорился и сказал «Сфера». Приехал в Кремль и бывшему начальнику, руководителю Роскосмоса, позвонил, слушай, говорю, Дим, извини, я оговорился, значит, там вот проект, сказал проект «Сфера», он говорит, это есть проект «Сфера». Я говорю, как? Я же оговорился. Он говорит, нет, мы уже все переписали. Я еще не успел доехать уже. Называется «Сфера». Я говорю, ну ладно, не переписывать же назад, пускай будет «Сфера». Ну, я почему это вспомнил? Потому что изначально мы же делали это только с государственной поддержкой. И будем делать это, конечно, дальше. А как же? Обязательно. Без этого, но, к сожалению, мы не смогли пока должным образом, в нужном объеме коммерциализировать всю эту деятельность. Но по этому пути обязательно будем идти. Но и все равно будем вкладывать государственные ресурсы, потому что есть некоторые задачи, которые потребителям услуг которых является государство. А как же, если государство потребляет, оно должно заплатить. Спасибо. Угу.